У меня есть 100 гривен. На что мне их потратить? Понятное дело, амонат. Так, 99. У меня 100. И всем привет, с вами я, Скай, и я наконец-то купил Among Us. Впервые я покупаю игру в стиме. Вот, так, короче, и впервые буду играть, короче, в Among Us. Где? Как? А, это мышкой надо? Ничего себе. Нормально. Так, ну... Ага, среди нас предатель. Так, куда бежать? Я не знаю, ну давайте глянем карту. Давайте... Что? Кого? Что? Просто так, что ли? Ой, господи. Быстрее. Так. 4. Что? Офигеть. Вот пар. Так, давайте. А, блин, желтый занят. Воу. На мобильной версии такого нет. Давайте это одену. Вот один джентльмен. Кстати, это Рик и Морти вроде. Вот этот. Такого. А, ну, потому что я купил это, и тут доступно уже все. Так, ты подозрительный, лох. Уйди, пожалуйста. Блин, алмаз. Как ты, тварь? Я так и знал, что это он. Я так и знал. Ну вот, я же говорил, что он. Окей. Топ. Почему я один там? Я предатель! Офигеть! Я предатель! Да ну! Офигеть! Так, ну давайте его. Хе-хе. Нашли, лол. Прикол. Я никогда не был предателем. Ну, вообще, я впервые играю, ну ладно. Может, на телефоне я там разок сыграл, мне понравилось, я решил на компе играть. Давайте притворимся. Кто? Мы я. Я вообще не предатель. Походу меня спалили, лол. Окей. Блин, ну ладно, да то в этом видео я впервые побыл предателем. Так, лимончик. Предатель. Где-то ходит, поэтому надо осторожно ходить. А то сейчас кто-то придет такой, здорово, пока. Так, давайте быстро, так, стоять. Нет, твою мать, я так и знал. Это он был. Не сюда. Ну ладно, что ж, вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, всем пока-пока.